Поехали! Ты что? Дети должны сидеть в заднем кресле. Вот теперь безопасно. Стой, впереди дорога. Чтобы перейти ее, сначала нужно внимательно посмотреть по сторонам. Вань, у дороги играть нельзя, для этого есть детская площадка. Вот тут, Вань, играть безопасно. Да, если ты попробуешь. Вань, дорогу нужно переходить только по зебре. Дорожного движения важны для всех, даже для самых маленьких.